Всем добрый день. Еще раз приветствую вас на своем канале. Сейчас хочу вам рассказать немножко о новом моем процессе. Я уже немножко вам рассказывала о нем. Это накидка, понча, накидка. Вяжу я ее из ниток Вита Бриллиант. Это нитки Германия, 45% шерсти, 55% акрила, в 100 граммах, 380 метров. Рекомендуют, значит, спицы от 2,5 до 3. Я вяжу на спицах тройка, потому что мне нужно, чтобы полотно было тонкое и плотное, ближе к фабричной вязке. Связала, значит, я образец из 10 сантиметров, и получился мне вот такой расчет. В 10 сантиметрах 24 петли, значит, в 1 сантиметре 2,4 петли. Я умножила 115 сантиметров, это ширина полотна, на 2,4 петли, у меня получилось 276 петель. Набрала, значит, я по ширине 276 петель. И вяжу длину полотна. Длина полотна у нас должна быть 155 сантиметров. Вот такое полотно у нас получается. Сейчас я вам покажу поближе. Смотрите, какое. Немножко я его отпарила, чтобы понять, как оно будет выглядеть. Тут еще вот кое-где у меня ниточки не заправлены, но это еще все в процессе вязания. Но уже сейчас видно, как ложится полотно, как будет смотреться. Вот здесь я вот так на всю ширину трудно уложить. Вот так я вам хочу показать. Значит, дальше, что я вам хотела сказать по поводу расчета. Я вам сказала, вот здесь смотрите, значит, в начале вязания я провязала 5 рядов платочной вязкой, чтобы потом по краю я еще буду набирать, вязать кружево. Здесь будет идти из этих же ниточек только в одну нить. И вот здесь по краю полотна, значит, у меня идут вот такие 5 петель платочной вязкой. Я вяжу по всей длине полотна. Точно так же вяжу на этой стороне по всей длине полотна. Вот такое полотно получается. Каждые 10-15 сантиметров я делаю отпаривание и меряю, потому что обязательно нужно замерять, сколько будет провязано, сколько еще вязать, потому что дальше у нас пойдет, сейчас я вам покажу. Так, где это у меня? Вот, смотрите. Дальше у нас пойдет полотно будет. Я вяжу с этой стороны. Полотно будет разделяться на две части. И будем каждую часть вязать отдельно. Потому что вот здесь будет горловина у нас. Вот здесь по всему полотну будет у нас идти кружево. Я потом, когда начну вязать вот это кружево, я буду снимать обязательно и показывать, как оно будет вязаться, как мы будем набирать по кромке, как будем вязать. Если кто захочет вязать такую пончо, накидку, делайте расчет, берите нитки. Нитки я рекомендую, чтобы были немножко потоньше, потому что это не зимняя вещь, это осенне-весенняя накидка на прохладную погоду, поэтому ниточки нужно брать тонкие. У меня вот, смотрите, какая ниточка. И само я пыталась вязать в одну нить, но в одну нить получается очень тонкая и тянется сильно полотно,
а потом связала образец две нити. И вот получается вот такая вот у нас вот такое полотно. Теперь хотела вам еще немножко рассказать о своих спицах, которыми я вяжу, потому что очень много задают вопросов по поводу инструментов, которыми я вяжу спиц. Я вяжу двумя видами спиц, в смысле спицы Ади и спицы Дропс. Это мои любимые спицы, и все изделия свои я вяжу этими спицами. Это мои фавориты. Я уже ими вяжу давно, и мне они очень нравятся. И я их ни на какие другие спицы не променяю. У меня этих спиц очень много, разных размеров, разной длины идет леска. Они очень хорошо скользят, очень хорошо сделаны вот здесь у них соединения. Значит, покупаю я эти спицы, я напишу ссылку на магазин 5 мотков. Я беру у них эти спицы. И брала еще также в магазине 5 мотков, заказывала себе нитки от Drops. И там же тоже покупала вот такие спицы серии Drops. Есть у них и наборы, есть у них и отдельно. Покупала я отдельно каждые номера, каждую длину лески. У меня разные они есть. Есть начиная от 40 сантиметров и до 80 метра, разная длина. Вот именно эти, значит, сейчас я покажу вам. Эти вот именно 4,5. Вот такая линейка у меня. Очень удобная, кстати. У кого нет, рекомендую приобрести. Тоже я ее заказывала на сайте 5 мотков. Ссылку я оставлю. Я не рекламирую, просто мне нравятся эти все аксессуары для вязания в этом магазине. Я приобретаю их там. Цены у них приемлемые. И заказы быстро приходят. По интернету заказываю, через интернет-магазин. Вот. Удобно очень такой линеечкой пользоваться. Здесь вяжешь образец, меряешь. Здесь все так подробно описывается. Размеры спиц. Допустим, вот у меня они, все спицы в коробке лежат сложены. Я потом достаю, которая мне нужна, пара спиц. Я меряю, потому что также не запомнишь, какие они. Ну, я уже так, конечно, некоторые знаю на глаз, как, какого они размера. Вот эти вот я вам показываю, те и те, это 4,5, размер 4,5. Вот. Это я по поводу спиц хотела рассказать. Значит, пончо вяжется у меня медленно, потому что заказы еще есть на другие процессы. Поэтому я потихоньку по 5-10 сантиметров в день стараюсь провязывать. Вот это я хотела вам рассказать по поводу этого, по поводу этой пончо, этого пончо-накидки. Если кому интересно, можете в комментариях мне писать, я отвечу, если кто захочет вязать такую штучку. Смотрите, вот цвет камера передает. Еще раз вам хочу показать. Здесь у меня уже ушло. Я купила 8 мотков, но сейчас вот уже у меня 4 мотка ушло. И 4 мотка еще у меня есть. Но я думаю, что придется докупать, потому что я точно не знаю, сколько пойдет. Потому что вяжу, сама модель этого пончо была связана машинная вязка была, а у меня ручная, конечно же, пряжи я не знаю, сколько уйдет, поэтому вяжу и в процессе буду смотреть, сколько уйдет мотков, буду потом вам, потом в конце, когда свяжу, я вам скажу, сколько ушло, какой вес, какой метраж,
И, может быть, даже придется пробовать связать какого-то другого цвета тоже. Сейчас вот эту закончу, посмотрю, как она у меня получится, как будет сидеть на заказчице. И тогда уже, может быть, придется связать для себя только другого цвета. А может быть, есть еще там цвет дымчатый красивый. Этот цвет называется, по-моему, утренняя дымка или утренний туман, не знаю. Я посмотрю, потом вам напишу. Так, вот такой процесс я вам сегодня хотела показать. Подписывайтесь на мой канал, заходите ко мне в гости, смотрите, кому что нравится, спрашивайте. Я буду подробно рассказывать, отвечать в комментариях или сниму видео, если кому интересно что-то. Пока буду заканчивать. Всем пока-пока, ровных петель, до следующих встреч.